Перед тем, как мы начнем подготовку к медитации, вам стоит быть готовым к тому, что во время самой медитации ваше внимание периодически будет покидать пространство здесь и сейчас и уходить пространство мыслей. Это совершенно нормально, поскольку именно так устроен наш мозг. Если вы в какой-то момент заметите, что вы находитесь в мыслях, все, что вам нужно сделать, это нежно переместить ваше внимание на пространство здесь и сейчас. А теперь давайте удостоверимся, что наши телефоны в тихом режиме. Большинство времени мы находимся в режиме действия или мысли. В медитации мы временно покидаем мир действия и мысли. И позволяем себе вступить в контакт с тем, что есть. Вступить в контакт с самим бытием. Для этого я попрошу вас занять комфортную позицию. Вы можете сидеть на стуле, на кресле или на подушке. При необходимости вы можете изменить позицию ваших ног или ваших рук. И более того, в любой момент в течение медитации, при желании, вы можете изменить вашу позицию. А сейчас пришло время расслабиться. И направить ваше внимание внутрь, на ваше дыхание. При вздохе я осознаю, что я выдыхаю. При выдохе я осознаю, что я выдыхаю. Вдох, выдох, вдох, выдох.
по мере того, как вы все глубже и глубже расслабляетесь, начинайте постепенно создавать в своем воображении образ вашего личного Ребе. Создавая этот образ, подумайте об основных качествах этого человека. Его глубокая связь с Богом, его желание быть посланником Бога в этом мире, его желание делать людям добро, его любовь ко всем творениям и его глубокое спокойствие. Посмотрите внимательно на лицо Ребе. Постарайтесь увидеть в этом лице все те качества, о которых вы подумали прежде. Просто позвольте себе несколько мгновений побыть с этим образом, почувствовать энергию спокойствия и милосердия, которую он манифестирует. На самом деле у Ребе есть два аспекта. Есть внешний Ребе. Это определенный человек, который существовал или существует в мире. Но есть также и внутренний Ребе. Он живет внутри каждого из нас. Он находится внутри нас каждое мгновение нашей жизни. Но большинство времени разнообразные шумы внешних уровней нашего сознания скрывают его. Иногда до такой степени, что мы полностью забываем о нем.
А сейчас направьте ваше внимание внутрь. Поищите там ребе, который внутри вас. Соединитесь с ним. И просто побудьте несколько мгновений в этом соединении. Почувствуйте, как соединение с вашим внутренним ребе растворяет шумы внешних уровней сознания и таким образом помогает вам соединиться с тем глубоким пространством, которое постоянно присутствует внутри вас. Почувствуйте невероятное спокойствие этого пространства. Почувствуйте его пространственность. Просто побудьте еще несколько мгновений в этом месте глубокого спокойствия, гармонии и милосердия.